Здравствуйте, вы смотрите гороскоп Зурхайна от ТВ. Сегодня пятница, 7 августа, 19-й лунный день, день благоприятен для родившихся в год курицы и лошади. Благоприятен день для того, чтобы обращаться с просьбой к божествам. Можно заниматься гаданиями и астрологией. Можно собирать советы и проводить совещания, заключать мирный договор, устраивать праздники и представления. Можно готовить лекарства и заниматься торговлей. В этот день благоприятно работать с металлами и драгоценными камнями. В этот день нельзя ссориться и враждовать. Лучше не ходить в этот день в гости и отдавать долги. Нельзя воровать и грабить, стрижка волос к увеличению религиозной нравственности. И помните, не нужно жалеть о том, что случилось. Нужно делать выводы и жить дальше. Покупай в Абсолюте выгодно. Масло подсолнечное рафинированное «Царь» со скидкой 34% всего за 53,49. С заботой. Ваш Абсолют.